Днепропетровская область планирует подписать меморандум о сотрудничестве с агентством США по международному развитию USAID. Сейчас Днепропетровская и американская стороны определяются с проектами, в которые будут вложены инвестиции. Представители Днепропетровской области отметили, что наша задача – модернизировать существующую законодательную базу о государственно-частном партнерстве. В свою очередь, американская сторона свидетельствует, что инвесторы готовы вкладывать средства в Днепропетровскую область, но будут отдавать предпочтение долгосрочным проектам. Стороны также договорились, как только будут определены проекты и территории региона для реализации, эксперты USAID проведут тренинги для всех участников проекта.